Работу национального телевидения Чувашии невозможно представить без детского вещания. Наши юные коллеги отпраздновали Международный день детского телевидения и радиовещания. А тех, кто в кадре и за кадром, в следующем репортаже. Супергерои, которые спасают Чувашию, волшебник дядюшка Бух, который удивляет ребят мастерством телепортации, и целая куча любопытных корреспондентов новостей. Вот они, лица детского телевидения Чувашии. Работа с детьми на телевидении в разы сложнее, чем со взрослыми. Вот взять элементарно, ребятам-ведущим мне поставить телесуфлер, потому что они будут следить за двигающимися буквами и не будут следить за своими эмоциями, и будут выглядеть как роботы. И действительно, иногда бывает сложно, бывают слезы какие-то, слезы отчаяния. Но зато потом, когда они натренируются, уже даже и текст заучивать не придется, потому что все пойдет из сердца. Главное знать, для чего ты работаешь. И пусть это прозвучит пафосно, но мы хотим сделать мир лучше, чтобы наши зрители узнавали что-то полезное. Так и появилась идея открыть медиа-центр «Кучамала». Именно там сейчас обучаются теледетки Чувашии и растут прямо на наших глазах. Вот Саша Васильев в детской программе «Бухты-барахты». Спустя пару лет он уже ведущий шок-шоу. Пик детской телевизионной карьеры – работа в прямом эфире передачи «Отдыхайп». Санчес бэйби, а Санчес бэйби, пепси-кола, кока-кола, два прикола. А это Соня Родионова. Багаж профессиональных навыков впечатляет взрослых коллег. Работает в кадре, пишет, снимает, монтирует, рисует графику. Сейчас Соня заканчивает 11 класс и планирует стать режиссером. Ой, детское телевидение – это целая жизнь, это целый мир, в котором варится ты, твои друзья. Ты создаешь своими руками собственную реальность. Я хочу продолжать этим заниматься. Я хочу привлекать большее количество людей, чтобы каждый знал, что это потрясающе заниматься детским телевидением. На полках в Кучамале десятки теле- и кинонаград, в архиве сотни роликов и фильмов. Но ребят не остановить. У них всегда куча новых идей. В этом году эфир национального телевидения Чувашии украсит реалити-шоу «День перемен». Программа, в которой дети меняются местами со взрослыми и осваивают разные профессии. Не пропустите премьеру 17 марта. А скоро все мы станем свидетелями уникального телеэксперимента. В новом шоу прямого эфира ребята будут работать не только ведущими, но и операторами, режиссерами и звукорежиссерами. Подготовка к проекту идет полным ходом.